Царствие небесное, блажение плачущие, якоти утешатся, блажение кроцые, якоти наслед зеленущей правды, якоти насытятся, блажение милостивее, якоти помилование будут, блажение чистие сердцем, якоти Бога узрят, блажение миротворцы, якоти сынове Божие нарекутся. Дорогие братья и сестры, дорогие детки, в этот прекрасный светлый день, конечно же, мы поздравляем все семьи с этим чудесным праздником. День семьи, любви и верности – это олицетворение общества, а семья – это самая главная ячейка общества в нашем государстве. Потому что, смотря на нас, как в трудные времена мы живем, как мы радуемся, как мы заботимся, как мы воспитываем детей, это, конечно же, будет отражаться на целом на стране. Чтобы мы были добрым примером, вы были добрым примером и показателем того, что каким образом вы должны воспитываться, духовное нравственное воспитание, любовь, когда здесь наши дорогие друзья и гости на пустынные слова говорили, это недаром акцентировано внимание на любви. Любовь – это самая главная Господня заповедь, как он и говорит. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Потому что любовь в наше время и в прошлые времена, и в настоящее время, она не покупается и не продается. Я желаю вам крепкое здравие, долгоденствия, изобилия плодов земных и добрых лет жизни. Долгих лет жизни. Спасибо за Господи, ангел вам хранитель. Спасибо, Господи. Семья дается нам с рождения. Это наша главная ценность. Именно в семье мы получаем любовь, заботу, помощь, поддержку. Счастливая, крепкая семья – это основа для развития нашей страны, нашего Отечества. Поэтому, дорогие ребята, я желаю вам мира, добра, счастья, будьте любимы, дарите радость своим родителям и с праздником. Эмоции запасайтесь, как вот баночки закатывают с вареньем, да? Вот вы эмоции такие напасайтесь, теплые, дружеские, на всю осень, на весь учебный год, чтобы у каждого из вас внутри поселилось такое сердечко солнечное, доброе, теплое, и обязательно появился друг. И это лето было самым лучшим. Договорились? Праздником. От всей души, от чистого сердца поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Это праздник, который надо всегда им дорожить. Семья, как сказала Анна Юрьевна, лучше не скажешь, это основа государства. Любить, быть всегда верным. Вот мы должны вот с такого возраста воспитывать, и вы должны уже понимать. И эти слова непростые, вы должны их нести с честью всю свою жизнь. Партия «Единая Россия» много делает для молодежи, для деток. И вот мы открыли здесь центр. И, безусловно, мы будем еще в других местах открывать. Но для вас мы будем создавать все условия, чтобы доступ прошел хорошо. Мало того, мы должны знать, что у нас приехали помочь ребята с России, со всех уголков страны, чтобы вы почувствовали себя прекрасно, поняли, что о вас заботятся. И всегда, вот как вы сегодня такие веселые, радостные, чтобы вы были всегда такими. И над вашими головами светило мирное голубое небо. С праздником! Давайте заново. 3-4. Ура, ура, своими ромашками. Типа, с праздником.